«Лучшие в профессии» – так можно сказать об участниках конкурса «Педагог года». Уже больше 20 лет преподаватели округа соревнуются в знаниях и мастерстве, умении общаться с детьми и родителями. В этом году испытания проходили 11 человек. Мы все победители, потому что они побоялись заявить о себе и прошли на этот конкурс. Желаем высоких успехов в вашей трудной работе. Самое главное – благодарных учеников и невредных родителей. Здоровья. Среди воспитателей лучшей стала Юлия Коваленко, логопед детского сада номер 17. Девушка в профессии 13 лет, уже принимала участие в подобных конкурсах, когда жила на Камчатке, и после переезда в Уссурийск решила тоже попытать удачу. Самым сложным оказалась презентация себя как педагога в дистанционном формате, потому что все-таки намного важнее, когда ты смотришь членам жюри, своим же коллегам, вообще гостям конкурса именно в глаза и рассказываешь все живую, а не через экран. Ленту лучшего учителя надела Анна Васильева, педагог Воздвиженской первой школы. Победительница с теплотой вспоминает конкурсный открытый урок, который провела в незнакомом классе. Впечатления остались только положительные, хотя подготовка отняла немало сил. Учитывая, что плюс еще у нас есть свои уроки, к которым надо готовиться, и тоже хочется детям что-то интересное на уроках дать, ну, день, вечер, ну, полночки. Ну, как-то так. Откуда энергия на это все берется? Дети дают энергию. Приходишь в класс, горящие глаза видишь, и хочется работать. Валерия Беломестнова уже 23 года работает с уссурийскими гимнастками, но только сейчас решила поучаствовать в конкурсе профмастерства. И не зря стала лучшей в номинации «Педагог дополнительного образования». Это новые эмоции, новые впечатления, новые знания. И я очень благодарна своему руководителю, который убедил меня, имея такой огромный стаж, все-таки стать педагогом года. Победители уссурийского конкурса ждут в региональном этапе, где выберут лучших педагогов края. В апреле будут соревноваться учителя, а в мае встретятся воспитатели. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс.